спасена. Твоя кровь омыла меня, верю я, верю я. От мучений освободил, мои раны ты исцелил, верю я. Давайте воздадим ему славу. Еще громче! Наш Спаситель жив! Мы в начале дня, тебе мой Бог
возносим взгляд, крик в сердцах, настроим мы. Куда пойдешь, там будешь ты. Ты пламенем своим зажег всю жизнь. Любовь твоя сверкает нас, дороги все ты осиял. И блеском славы тьму прогнал. Не угаснет никогда во мне любовь твоя. Ею ты через меня будешь каждый день сиять. Не угаснет никогда во мне любовь твоя. Ею ты через меня будешь каждый день сиять. Во мне ты, жив во мне ты, ты в сердце жив навечно, Бог. Жив во мне ты, жив во мне ты, ты в сердце жив навечно. Пламенем своим зажег всю жизнь. Любовь твоя сверкает в нас. Дороги все ты осиял. И блеском славы тьму прогнал. Не угаснет никогда во мне любовь твоя. Ею ты через меня будешь каждый день сиять. Не угаснет никогда во мне любовь твоя. Ею ты через меня будешь каждый день сиять. Во мне любовь твоя, ею ты через меня будешь.
будешь каждый день сиять, не угаснет никогда. Во мне любовь твоя, ею ты через меня. Будешь каждый день сиять, не угаснет никогда. Во мне любовь твоя, ею ты через меня. Будешь каждый день сиять. Жив во мне ты, жив во мне ты. Ты в сердце жив навечно, Бог. Жив во мне ты, жив во мне ты. Ты в сердце жив навечно. Жив во мне ты, жив во мне ты. Ты в сердце жив навечно, Бог. Жив во мне ты, жив во мне ты. Ты в сердце жив навечно. Не угаснет никогда во мне любовь твоя, ею ты через меня. Будешь каждый день сиять, не угаснет никогда во мне любовь твоя, ею ты через меня. Будешь каждый день сиять, не угаснет никогда во мне любовь твоя, ею ты через меня. Будешь каждый день сиять, не угаснет никогда во мне любовь твоя, ею ты через меня. Навечно, навечно, в любви, Бог, твоей я. Навечно, навечно, в любви, Бог, твоей я. Навечно, навечно, в любви, Бог, твоей я. Навечно, навечно, в любви, Бог. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Что ты здесь, Илия? А он сказал: возревновал я о Господе Боге Саове, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее. И тогда сказал Господь: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, и не в огне Господь, а после огня веяние тихого ветра. Четыре действия, которые шли пред Господом, и в трех его не было. Это соответствовало потом тому, что Господь сказал сделать или помазать царем, сделать военачальником, поставить пророка. А потом было сказано о тихом веянии, это те 7000, которые не преклонили колени свои и не лобзали Ваала. Те, которые не поклонялись религиозным обрядам. Те, которые не преклонили колени, а служили 7000 Богу живому. Сегодня то же самое. Сегодня в этот день столько религии. Так многие сегодня совершат ритуал. А Господь ищет, где те 7000, которые готовы встать на колени перед Ним, не перед валами. Где те 7000, для которых Бог превыше всего? Где те 7000, которые готовы уповать только на Него, всем сердцем, всею внутренностью? Где 7000, которые готовы обнищать ради Него? Где эти люди, для которых Пасха и Воскресение – это не ритуал, а для которых это ежедневная жизнь? Ежедневная жизнь – смерть и воскресение. Когда Господь становится живым ежедневно, где эти 7000? Бог смотрит и ждет, когда же, наконец, религия уйдет. Когда придет то почитание, которое достойно почитанию живому Богу. Когда это почитание придет из сердца. Господь, во имя Иисуса Христа, сегодня прими нашу хвалу, Господь, из наших сердец, Боже. Пускай они несовершенны, Господь. Пускай они бьются так, как Ты заложил их жить биением человеческим, но оно стремится, пускай, к Тебе, Господь. В сегодняшний день пускай мое сердце, Господь, оно будет наполнено огнем любви к Тебе, Отец. Так, как есть, Господь.
Пускай все, к чему стремлюсь я и моя внутренность, Господь, это будешь Ты, Боже. И мне не нужна религия, мне нужен Ты живой, Господь, на этом месте, потому что если Тебя не будет здесь, Господь, то все это будет религиозно, а мне нужен Ты живой, Господь, чтобы вставали мертвые, Господь, чтобы происходило исцеление, Господь, чтобы люди получали освобождение в этом дне, на этом месте в доме, который носит Твое имя, Боже. Во имя Иисуса Христа здесь должна быть Твоя жизнь, Господь. Твоя жизнь, Боже, а не куличи и яйца, Господь. Здесь нужен Ты, Отец. Здесь нужен Ты, мой Бог. Здесь нужно Твое дыхание, Господь, которое просто изменит этот мир, Боже. Когда люди увидят и скажут, они другие, потому что на их имя Бога написано. И я прошу Тебя, Господь, будь моим упованием. Упованием в каждом дне, Господь. Чтобы я просыпался и простирал руки к Тебе. Чтобы я стоял на коленях и плакал пред Твоим лицом, Господь. Боже, Отец, во имя Иисуса Христа, Ты нужен мне, Бог. Ты нужен мне сегодня, Отец. Ты нужен мне бесконечно сейчас, Господь. Ибо без Тебя я не могу жить, Господь. И без Тебя я не могу дышать. Бог, то тот, на кого я уповаю, Господь. Уповаю в тихом ветре, Господь, когда Ты приходишь, Отец, и Твоя жизнь, и Твой аромат распространяются. Отец, во имя Иисуса Христа, благослови нас сегодня здесь, Боже, своим присутствием, Господь, своим елеем с неба, Отец. Этот елей свежий, Господь, этот елей восстанавливающий, и пускай он заполнит сейчас сердца людей. Во имя Иисуса Христа, Господь, и мы будем славить Тебя, мы будем хвалить Тебя, как это достойно Тебя, Бог. Потому что Ты Бог наш, на которого мы уповаем, Боже. Ты тот Бог, которому мы готовы преклонить колени, Господь. И пускай мы будем из этих 7000, Господь, которые не преклонили колени пред валом, но Ты наш Бог, Ты наше живое упование, потому что Ты воскрес, Господь. Ты живой Бог, Ты не мертвый Бог. Отец, благослови всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь. В гробе Божий свет оставил.
все победить смогла любовь Христа. Держала твою смерть, наш Царь Иисус воскрес, и власть греха разрушил. Во веки прославлен Он, во веки превознесен, во веки воскресший, вечно живой, вечно живой. Благодарю тебя, возлюбленный, что края рис твоих наполняют храм. Наполни, наполни это место своими краями рис. Наполни, Господь, своими одеждами. Наполни своими прославленными одеждами. Наполни сиянием света твоего. Наполни так, чтобы каждый пережил покрывало твое, Господь, от бурь.
свободу от мятежей, защиту от опасности. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы предвосхищаем Тебя на этом месте. Господь, потому что Ты нам обещал. Ты сказал, живу я, и вы будете жить. Мы верим Твоему Слову. Мы Его принимаем в свой дух сегодня и говорим, мы живы Богом. Мы живы Богом. И я благодарю Тебя, Господь, что смерть сегодня отступает. Депрессия убегает, когда люди одеваются в одежды хвалы, в одежды словословия, в одежды торжественного поклонения Тебе. Я благословляю сейчас каждого получить свободу от всякой суеты, получить свободу от всяких неправильных мыслей. Друзья, наше упование возвращено через Голгофу. Где бы мы сейчас были, если бы это упование небо не вернуло? И поэтому мы будем уповать на Господа. Мы будем уповать на Господа. Мы будем жить под Его покровом всегда. Друзья, это наш выбор. Это наш выбор в этот воскресный день. В этот день воскресения Иисуса Христа наш выбор встать под Его покров. И не только сейчас, да все грядущие дни жизни. Наша будущность под Его покровом. Наш итог жизни под Его покровом. Наша вечность под Его покровом. И потому сегодня мы можем благодарить, что наше прошлое омыто. Наше прошлое очищено. И поэтому в настоящем мы имеем перспективы неба. И мы под покровом Всевышнего. Господь, мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на Тебя, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе, родной. Мы сейчас, друзья, это споем. Споем вместе так, чтобы действительно нам Бог поверил. Чтобы духовный мир узнал, что мы знаем, на кого мы уповаем. И мы не тщетно верим. Мы не тщетно произносим, во что верим. Мы не тщетно поем. Мы не просто наполняем атмосферу песнями, а мы пробиваем атмосферу для города, друзья. Мы сейчас раскидываем шатры над нашей страной. Мы сейчас призываем покров Божий на тех, которые сами не знают, как это делать, кроме как ритуалов, либо каким-то, может быть, образом оказаться в церковном храме на какие-то праздники. Но сегодня каждому человеку нужен покров. Люди еще этого не знают, какие времена вступили, а Бог знает. И Он сказал, я тайны свои открываю боящимся Меня. И поэтому Он дал нам знать, что мы живем в особенное время, и нам без покрова не прожить. И мы можем жить именно тогда, когда мы найдены со Христом, когда мы с Ним соединены, когда мы с Ним одно, друзья. Вот тогда мы под покровом Всевышнего. Господь, Ты мой Бог, на которого я уповаю, Ты Бог наш, на которого я уповаю, Ты Бог народа своего. Говорю Тебе, что Ты Бог мой, на которого я уповаю, на которого я уповаю, на которого я уповаю. Говорю Тебе, что Ты Бог мой, на которого я уповаю, на которого я уповаю, на которого я уповаю. Говорю Тебе, что Ты Бог мой, на которого я уповаю, на которого я уповаю, на которого я уповаю. Покровом Всевышнего, Господь, сегодня всемогущего покоится. Говорит Господь, мы будем сюда свои рода, прибежище мое и защита моя, живущий под кровом Всевышнего, спасение всемогущего покоится. От покров Бога всемогущего, говорит Господь, и мы говорим Господу, ты прибежище мое и защита моя, Господь мой, на которого я уповаю, скажи сердце, на которого я уповаю, на которого я уповаю. Говорю Тебе, что Ты Бог мой, на которого я уповаю, на которого я уповаю, на которого я уповаю. Не приблизиться к жилищу моему, я говорите, что ибо ангелом не своим заповедуешь за мне, охранять меня на всех путях.
не приключиться к нему. Язва не приблизится к жилищу моему. Ты не можешь приблизиться к жилищу моему. Заповеди ты божьи ангелы, они помчаются вокруг меня. На всех путях моих. Ибо ты Бог мой. Ибо не приткнусь о камень ногою моею. На аспида и басилиска наступлю. Побирать буду льва и дракона. Понесут меня, и да не приткнусь о камень ногою моею. На Аспида и Василиска наступлю, побирать буду льва и дракона. Ибо ты Бог мой, на которого я уповаю, на которого я уповаю, на которого я уповаю. Говорю тебе, что ты Бог мой, на которого я уповаю, на которого я уповаю, на которого я уповаю. Говорю тебе, что ты Бог мой, драгоценный Господь. Мы уповаем на тебя. Мы уповаем на тебя, друзья. Сейчас Господь показывает камни, которыми завален твой источник. Если это ты, то позови сейчас тех ангелов, которых мы пели, чтобы они отвалили твой камень. Забила живая вода. Это только с твоего разрешения они туда придут. Если ты на самом деле хочешь большего, чем ты имеешь, то ты скажи: Господь, вот сфера, в которую я не хотел заглядывать. Вот сфера, которая была удержана кем-то или чем-то. Но сейчас я приглашаю туда ангелов, чтобы безысходность ушла, чтобы всякие неправильные мысли оставили мою голову, чтобы сердце получило воскресение надежды, воскресение жизни, воскресение мечты, воскресение святости, воскресение посвященности. Господь, я благословляю сейчас твоих ангелов, кто позволяет подойти к источнику своего сердца и отвалить камень, отвали. Отвали, Господи. То, что невозможно сделать по-человечески, отвали сейчас, чтобы забила живая струя из-под порога храма, который уже давно течет. Но если она была перекрыта, Боже, во имя Иисуса Христа, какие-то сомнения, какие-то баталии внутри, Господи, Боже, время Твоей победы наступило. Время Твоего прорыва пришло. Время Твоей святости для нас, оно открыто. И я благодарю Тебя, Боже, что никакие провокации, мы не позволяем им быть на территории нашей жизни, потому что есть ангелы Твои, которые нейтрализуют всякое зло. И мы сейчас завязываем оковы железные всякого князя нечистого мира и не позволяем распространять какое-либо зло на этой территории, где мы живем, где мы служим, где мы трудимся, где мы поклоняемся Тебе. Это наш город, это наша страна. И я благодарю Тебя, что мы благословляем Тебя, Россия, на самом деле стать святой. На самом деле быть отделенной от греха, отделенной от коррупции, отделенной от всякого пьянства и алкоголя, отделенной от разврата и разводов, отделенной от всего того, что является идолопоклонством. Мы отделяем тебя, страна Россия. Мы отделяем тебя для того, который воскрес и которому ты в храмах сегодня поклонялась ночью. Воскресший Христос стоит у дверей твоего сердца. Воскресший Христос стучит в эти двери и говорит: если ты мне их отворишь, я войду. Я войду, я сяду, я буду вечерять с тобой. Боже, я прошу тебя, чтобы на этом месте не остался ни один человек наблюдателем или зрителем. Я знаю, Боже, что даже из противящихся обитают у Господа, потому что ты пленил плен и раздал дары человекам. Ты взошел на эту высоту. И я благодарю тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя, что в уповании на Тебя мы не останемся в постыжении, и мы высвобождаем сейчас Твой елей, Твой свежий елей на раны, Твой свежий елей на мысли, на глаза, чтобы пришло прозрение. Господи, я высвобождаю этот поток елея, который уже потек. Свят Господь, и Ты щедро раздаешь сейчас свои порции елея тем, кому они нужны, и кто приглашает Тебя сейчас на территорию своего сердца. Возлюбленный, возлюбленный, О, my glory, come and arise. О, Jesus. О, возлюбленный Господь. Мы ожидаем Твоего возвращения на эту землю. Но мы хотим Тебя уже сейчас осязать. Видеть больше, чем мы видели раньше. И Ты сказал, что стражники, они первые видят, что Господь возвращается в Сион. И потому они ликуют. И потому они радуются. И потому они веселятся. И потому они могут торжествовать посреди.
посреди разных обстоятельств, даже посреди бури, но торжествовать во Христе Иисусе. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас настроение каждого человека подправил. Боже, Ты тот настройщик инструментов. Настрой сейчас на волну Твоей полной победы. На волну Твоей полной, совершенной до конца победы. Иисус, Ты был на кресте и сказал: прости им, ибо не знают, что худо делают. Я хочу сейчас сказать о всех врагах наших. Прости им, Господи, ибо не знают, что худо делают. Не знают, против кого подняли голос. Не знают, против кого подняли оружие. Боже, но я прошу Тебя, прости каждого. Прости каждого, кто в этой позиции оказался до сего дня. Боже, и то еще может оказаться в будущем. Мы сейчас высвобождаем слово прощения, идущее от креста. Прости, Господи. Дай каждому человеку в зале сейчас простить своих врагов. Простить всех, кто когда-то был предателем. Простить тех, кто когда-то несправедливо отнесся. Простить, Господи, до конца, потому что на Голгофе прощение совершилось для меня лично, для каждого стоящего здесь, для каждого человека, кто принял эту жертву в свою жизнь. Ибо в твоей жертве только проход к вечной свободе. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, любимый. Твори. Твори все, что Ты хочешь. Твори то, что Ты задумал сейчас. Господь, я благодарю Тебя за удивительный акт. Друзья, я не знаю, что это показывает Господь. Но Он сейчас показывает, что Он обручальное кольцо одевает на руку своей невесты. Я не знаю, что это за момент в жизни, но когда Он свою церковь сейчас обручает, обручает воскресение, обручает вознесение, обручает в готовность. Вот почему Он предлагал отвалить камень. Потому что если ты останешься за этим камнем, то обручальное кольцо не окажется на твоей руке. Возлюбленный, если кто-то задержался, войди сейчас на территорию его сердца и дай пережить твое нежное прикосновение, что это обручальное кольцо одевается. Ты сказал: я обручу тебя навек. Я обручу тебя мне в верности. Ты познаешь Господа. Возлюбленные, мы хотим познать Тебя, как жениха уже сейчас. Мы хотим познать Тебя, как того, который царствует. Боже, я благодарю Тебя за каждого человека, кто дал одеть кольцо на руку. Я благодарю Тебя за каждого человека, кто свое сердце сейчас преклонил и сказал: Господи, я склоняюсь под крепкую руку Твою, Боже. Потому что Ты сказала: я вознесу Тебя в свое время. Пусть никто и ничто нас не удержит в момент, когда Ты трубой своей позовешь нас на облака. Я благодарю Тебя за Твои перспективы, небо. Я благодарю Тебя за Твои пророческие послания сегодня. Я благодарю Тебя, что Голгофа — это не конец, а это старт для нас. Для Тебя это был конец жизни на земле, но для нас это старт вечности. Для нас это старт взаимоотношений. И я благодарю Тебя, Боже, за возможность узнать о Голгофе на земле. Не там, за чертой смерти и жизни, а здесь, на земле, узнать и отодвинуть эту черту и сказать: смерти, Ты уже на мной власти. Я благодарю Тебя, что мы жизнь во Христе имеем. Мы радость во Христе имеем. Мы победу во Христе имеем. Мы веру во Христе имеем.
Мы Твой шалом имеем во Христе. Благодарен Тебе за Твою победу на Голгофском кресте. Я благодарен Тебе, благодарен Господь, Тебе за то, что старое прошло, теперь все новое. Благодарен Тебе, благодарен Тебе за Твою победу на Голгофском кресте. Я благодарен Тебе. Пусть эмоции присоединятся, но не будут первыми. Скажи сердцем, я благодарен Тебе за Голгофу. Я благодарен Тебе за то, что этот крест, который был предназначен для меня, Ты его взял на себя. Благодарен я благодарен Тебе, за то, Иисус. Что старое прошло, теперь все новое. Я благодарен Тебе, благодарен Тебе за все новое, что сейчас открывается в моей жизни, как возможность. За Твою победу на Голгофском кресте. Мы благодарны Тебе, возлюбленные. Мы благодарны Тебе, возлюбленные, за Твою победу и Твой прорыв в нашей жизни. Благодарен Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы не сироты на этой земле. Мы благодарны Тебе, что планы дьявола разрушены, штаб-квартира его разорена, и ни один из его планов в нашей жизни не может состояться, потому что мы отдали свою жизнь в руки воскресшего. Не в руки распятого, а в руки воскресшего. Воскресшего Христа. И наша жизнь, друзья, сегодня нам не принадлежит. Она принадлежит тому, кто нас выкупил. Тому, кто приобрел нас для себя очень дорогой ценой. Очень дорогой ценой, но Он приобрел. Он приобрел для того, чтобы мы вечно с Ним были. Для того, чтобы мы вечно жили. Благодарен Тебе, мы благодарны за Твою Господь. Победу на Голгофском кресте. Я благодарен Тебе, Господь. Благодарен Тебе за то, что старое прошло, теперь все новое. Благодарен все, Тебе, что в прошлом его не вернуть и не сиди возвращать. За Твою победу я был лишен аргументов на Твою жизнь. Тебе, если Ты покаялся перед Иисусом, Тебе, то эти грехи аннулированы. Прошло, теперь все новое. Благодарен Тебе. Благодарен Тебе за Твою победу, за Твою победу кресте. На Голгофском кресте. Благодарен мы, Господь, благодарны Тебе сердцами нашими. Мы благодарны Тебе душами нашими за Твой подвиг души. И Ты смотришь сегодня на тех, с кем Ты делишь свою часть. Тебе, а Ты делишь ее между великими. Ты делишь ее между людьми разных наций, разных позиций со словами. Разных возрастных категорий. И Ты делишь эту победу с нами сегодня. Слава Тебе, Господь. Благодарен Тебе, благодарен Тебе, благодарен Тебе, благодарен Тебе. О, аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе, Господь! Друзья, если бы вы видели, как ангелы ликовали в момент воскресения Христа, то мы бы сейчас присоединили все, что у вас есть, к этой хвале. Мы благодарны Тебе, Господь. Я благодарен Тебе, благодарен Тебе за то, что старое прошло, старое теперь прошло, все новое. Любимый, я благодарю Тебя. Благодарен Тебе, я благодарю Тебе за Твою победу неба для нас. На Голгофском кресте. Жителей 21 века, жителей финишной человеческой прямой. Прошло, теперь все новое. А у нас есть этот финиш, переходящий в старт вечности. Тебе, мы благодарим Тебя, Господь. На Голгофском кресте. Новое сердце, новые мысли, новые чувства. Теперь имею я. Друзья, у меня новое есть еще желание сердце, обратиться мысли, к людям в этом зале. Новые чувства. Если вы сейчас не понимаете, может быть, кто-то стоит в зале и не понимаете, сердце, что происходит. Новые мысли, это говорит новые о том, что ваша чувства, жизнь еще не прикоснулась с воскресшим Христом. Я новое сердце, это значит, что вы еще пока за другой чертой. Новые чувства, а Господь предлагает тебе сделать шаг к Нему в объятия сейчас. Чтобы ты пережил эту радость воскресения Христа. Это очень удивительно. Но сегодня возможно сделать этот шаг к Нему. Сегодня возможно сказать: Господи, дай мне эту радость. Радость избавления от грехов. Попробуй сам омыть свое сердце. Попробуй омыть свою душу. Попробуй омыть свои мысли. Не получится. Сам ты с этим не справишься. Есть тот, который сказал: дай мне твое сердце, я возьму каменное, отдам тебе плотяное, дам новое, дай мне твои
грязные мысли, но я тебе дам то, что еще в твой разум никогда не входило. Это разум, который освящен, это разум, который Христов, это разум, который имеет перспективы вечности, этот разум, который вмещает все то, что раньше было за бортом твоей жизни. Боже, я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Возвращает то, что дьявол украл. Скажите, есть в зале такие люди, которые хотели бы сейчас, именно сейчас, отдать свои жизни Иисусу? Если есть, поднимите руки. Я хочу посмотреть на вас. Нет, кто уже отдал, тот отдал. Уже назад-то вы же не забирали. Я сейчас обращаюсь к тем, кто еще пока не вошел в реку. Кто еще пока не течет в этом потоке. Есть такие люди в зале? Друзья, если есть, я вас приглашаю. Я буду очень рада вместе с небом радоваться о ваших судьбах. Вместе с небом радоваться о ваших жизнях. Будем вместе с небом радоваться о том, что ваша жизнь, она приобретает новый статус. Вот здесь можно не подниматься. Присоединяйтесь, друзья, к этому смелому человеку. Потому что я хочу, чтобы следующие части служения, они были для вас, а не без вас. Чтобы они именно с вами произошли. Сюда можете сходить, подходить. Друзья, я рада, что мужчины сегодня смелые. Мужчины сегодня смелые. Есть еще смелые в зале, которые хотят, чтобы Иисус вошел в вашу жизнь как воскресший. Смотрите, на кресте Его не осталось. В гробу Его не осталось. Он воскрес. Он воскрес. Друзья, я хочу приглашать независимо от возраста, независимо от пола. Если у вас нет уверенности в спасении, выходите. Это особая возможность. Позвать Иисуса сейчас, прямо сейчас, на территорию своей жизни. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты спасаешь ныне людей. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня спасаешь и молодых, и пожилых. Ты спасаешь и мужчин, и женщин. Ты спасаешь правителей наших. Ты спасаешь тех, которые не могут себе обеспечить безопасную будущность. Но ты спасаешь. Ты спасаешь. И женщины смелые присоединяются. Мы рады. Мы рады, что вы подходите сюда. Подходите ближе. Господь хочет, чтобы вы могли сейчас пережить ту радость, которая пришла на небеса. От того, что люди делают правильный выбор. Друзья, серьезнее выбора еще на земле нет. После рождения это самый серьезный выбор. Сделать шаг к Иисусу и сказать: Иисус, Ты моя вечность обеспеченная. Ты моя будущность обеспеченная. Присоединяйтесь, молодые люди. Я хочу вместе с вами сейчас совершить молитву. Господь вам поможет это сделать. Потому что я хочу, чтобы сейчас каждое слово, которое будем произносить, вы могли сказать сердцем. Но так как вы знаете, что рождаются на эту землю не без помощи акушеров, для вечности, чтобы родиться, тоже нужна помощь. И поэтому Господь сейчас хочет протянуть вам руку. Но эта рука возьмет вашу правую руку. Это значит, что Он поведет вас по жизни дальше. Он будет говорить с вами. Вы, может быть, будете задавать вопросы: как я Тебя узнаю, Господи? А как я Тебя услышу? Ваш рожденный дух узнает. Потому что сейчас он вот готов возродить для вечности. Наша душа — это наш разум, это наши чувства, это наша воля. Дух — это то, что мы называем дыхание жизни. Если дыхание жизни здесь не найдет встречу с источником жизни, то там оно не соединится с ним. И поэтому Господь говорит: пока вы на земле, есть возможность, но не без Христа. Потому что Он проложил через пропасть мост. Этот крест был мостом через пропасть в вечность. И поэтому Он говорит: если отвергают Меня, то отвергают свою вечность. И поэтому для каждого человека жизнь и смерть подойдет. Если он жив на земле, то смерть тоже придет для каждого человека. Но если там, за смертью, уже есть гарантия, обеспеченная Иисусом, то Он говорит: я воскрес, и ты воскреснешь. Если ты Меня принял, то ты воскреснешь. Вы знаете, что никакой Бог, никакой религии не воскрес, кроме Иисуса.
Вот это то, что мы празднуем сегодня. Его воскресение. Это не пустые фразы «Христос воскрес», это реальность. И потому он говорит, вы видите, так много смертей вокруг вас. Умирают люди, а сегодня умирают их больше, чем раньше. Умирают тысячи подчас от наркотиков. Умирают люди от неожиданных взрывов. Умирают люди от войн. Но Господь говорит, если твоя вечность обеспечена, тебе смерть не страшна. И вы сделали верный шаг. В день воскресения Иисуса Христа позвать его на территорию своей жизни. Мы сейчас с вами это сделаем. Чтобы вас ничто не смущало, закройте глаза и повторите важнейшие слова, потому что это ваша визитная карточка. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я приглашаю тебя на территорию моего сердца. Я не знаю, как его помыть, но я прошу тебя, омой меня сейчас кровью Христа. Очисти меня от порочной совести. Избавь меня от всякого зла. Я прошу тебя, Иисус, дай мне рождение свыше. Соедини мой дух жизни с духом воскресшего Христа. Сделай этот канал открытым и проточным. Я прошу тебя, запиши мое имя в книгу жизни. Я приглашаю тебя на территорию моего сердца, моей судьбы. Я вручаю тебе мою будущность. Я прошу тебя, покрой меня сейчас твоей защитой. Я отрекаюсь от планов дьявола на мою жизнь. Я призываю планы твои, Иисус. Планы во благо. Планы в благословение. Я приглашаю тебя. И когда наступит мой день перехода, и я постучусь в твою дверь, открой мне ее. Пусть моя вечность сейчас получит гарантии воскресения с воскресшим Христом. И я благодарю тебя, что ты воскрес. Значит, и я воскрес. Прости все мои грехи. Очисти меня от всякой неправды и дай мне праведность Иисуса Христа. Научи меня слышать твой голос и понимать тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я благословляю вас пережить новые, не только ощущения, но пережить Божье присутствие в вашей жизни с этого момента. При любых обстоятельствах знайте, что вы можете позвать Его и сказать, Иисус, мы с Тобой соединились. И теперь Ты для меня недалекий, теперь Ты для меня не исторический, а теперь Ты для меня родной. И я хочу с Тобой идти по жизни дальше. И Он будет отвечать на ваши запросы. Это не значит, что не будет трудностей, а это значит, что Он пойдет во всех обстоятельствах рядом с вами и пройдет, и проведет, и введет в те места, куда вы без Него не могли бы зайти. Я хочу сказать, что вы порадовали небо сегодня. Это результат Его подвига души. Что этот шаг сделан в Его присутствии. Слава Богу за то, что ваши сердца сегодня откликнулись на Его зов. И Господь готов с вами дальше разговаривать. Он не молчащий, Он говорящий. Он говорящий лично твоему сердцу. И знаете, Он сейчас говорит, тот потенциал, который лежал под кипой бумаг, под кипой мнений, я его сейчас достаю. Независимо от возраста, я его достаю. Это говорит, это не я говорю, это Бог говорит сейчас к вам. И вот тот молодой потенциал, который еще только будет раскрываться, он встает под защиту Божьих крыл. И говорит, все ваши таланты, они уже посвящаются тому, кто их дал. Я благодарю Бога за вас, потому что сегодня Господь нашел в вашем лице сокровище. Думали вы так о себе или нет, но Он так о вас мыслил.
Он нашел в вашем лице сокровище, которое будет вставлено в его диадему. Да, он будет обрабатывать эти самородки. Обработка не очень приятный процесс. Но когда сияют они в украшения вставленные, оно стоит того. Я благословляю вас пройти эту обработку и не испугаться, потому что вы в руках любящего Бога. Мы вас поздравляем, друзья. И не посчитайте за труд подойти сейчас. Вот Людочка вас сейчас приглашает. Вот буквально на пару минут вот сюда, потом пойдете на ваши места. Друзья, слава Богу за то, что Господь среди нас сегодня. Господь рождает, Господь восстанавливает, Господь преображает судьбы человеческие. Это то, ради чего мы живем. Это то, ради чего мы собираемся. Это то, ради чего мы приходим на это место Ему поклоняться. Потому что если души спасаются, то наша жизнь на этой земле нечетна. Воздайте Ему славу. Иисус, мы славим Тебя, мы славим Тебя, Царь царей, мы славим Тебя, Царь Ишуа, мы славим Тебя, воскресший и живой. Во имя Иисуса, присаживайтесь. И, деточки, выходите сюда, пожалуйста, все. Мы сейчас хотим особенно детей благословить. Благословите на эту трапезу пасхальную, которая у них сейчас будет. Благословите на эту трапезу любви, которую они разделят вместе с уже воскресшим и живым. Мы знаем, что Он воскрес давно. Да? Не сегодня, конечно. Сегодня мы утверждаем и празднуем Его воскресение вновь и вновь. И это мы делаем каждый год. И сегодня мы хотим с детьми особенно тоже благословить Господа, особо прославить Его. Мы уже это сделали, и мы будем дальше славить Господа вместе. Поэтому, детки, выходите все. Мы сегодня помажем вас помазанием победителей, потому что Дух Святой живет в вас. И Дух Святой, который воскресил Иисуса из мертвых, та же сила живет в каждом из вас. Та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, сегодня внутри вас. И мы сегодня от всего сердца, от сердца Божьего хотим благословить каждого, 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 каждого. Потому что сегодня, сейчас Иисус подходит каждому. Каждому. Детишки, сейчас Иисус подходит каждому из вас. Просто принимайте это помазание любви. Принимайте это помазание славы. Потому что Господь хочет прославиться через вас на этой земле. Господь хочет прославиться через каждого из вас на этой земле. И Он уже это делает. И пусть эта слава увеличится. Давайте, церковь, поднимемся и благословим наших любимых детей, поколение славы, этим помазанием славы, этим помазанием любви, этим помазанием победителей. Отец, мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, что сейчас каждому из них Ты подходишь с особым сердцем любви, с особым сердцем смирения, с особым сердцем прощения и благодати, с особенным сердцем силы Твоей. Отец, пусть Твоя сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, сейчас сойдет на этих детей, сойдет на наших детей, сойдет на каждого человека по всей земле, у кого есть дети. Пусть это помазание сейчас передастся детям. Господь, я благословляю сейчас каждого родителя, который молится за своих детей. Пусть сила изойдет из их уст, пусть сила и в Духе Святом изойдет из их духа. Отец, и благословляем каждого ребенка силой, силой, силой воскресения Христа. Отец, я благодарю Тебя, что в это особенное пасхальное служение мы можем торжествовать в Твоей победе. Мы и дети наши с нами. Мы и дети наши с нами. Мы сейчас торжествуем эту победу. Мы сейчас торжествуем победу Христа. Победу Христа, что гробница пуста. Гробница пуста. И сегодня Дух Святой выводит каждого на свободу. И мы благодарим Тебя за наших детей, что это победители Твои, которые будут многих, многих выпускать на свободу, которые будут давать освобождение тысячам тысяч. И мы сейчас помазываем их помазанием победителей во имя Иисуса Христа. И мы говорим: вы победители, вы победители в Иисусе Христе, вы всегда победители. И мы благословляем вас нести эту победу всему человечеству. Мы благословляем вас на дело, которое Бог поручил вам исполнять на этой земле. Господь, мы благодарим Тебя, что эти дети пойдут до края земли и ничего не убоятся, и ни перед чем не остановятся. Мы благословляем сейчас это наследие Божье, Господь, которая под Твоей защитой и под Твоим покровом. Мы благословляем их ангелами Твоими и молимся, чтобы Твои ангелы сопровождали их и несли их на руках, и сопровождали на всех путях. Боже, благодарим Тебя за слово благодати, которое сейчас исходит из Твоих уст на каждого из этих детей. Благословляем их благодатью и милостью, любовью и славой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляем вас, любимые.
проходите на служение. Будем праздновать сегодня Божью победу вместе. Благословение вам, церковь. Победы вам в каждом дне жизни во имя Иисуса. О чем хочу сказать? 2000 лет назад тому были люди, у которых был свой бизнес, были свои какие-то планы. Планов было громадье, много. Жили они возле Галилейского озера. И было у них в жизни все неплохо. Кто-то рыбачил. Очень неплохой бизнес, между прочим. Кто-то лечил, кто-то налоги собирал. Однажды они все это оставили, потому что появился человек, очень неплохой человек. И появились перспективы. И перспективы развивались. И все было неплохо, потому что, вы знаете, в его свете их стали замечать, уважать. Он их даже иногда посылал куда-то там исцелять. И они ходили, и вообще возвращались радостные и счастливые. И все, что они оставили материальное, начинало приносить какие-то плоды, в том числе и духовные. То есть они становились значимыми. Когда-то, возможно, это перетекало даже в материальное, потому что их принимали в домах, кормили, поили, наверное, благословляли. И жизнь налаживалась. И в одну неделю понедельник начался вообще удачно, потому что они входили в Иерусалим, и уже входили, вы знаете как? Толпы. Приветствовали и кидали под ноги их пальмовые ветви, одежды постилали. Учитель ехал впереди, но они-то шли рядом. И царство, о котором он так часто говорил, оно уже практически материализовалось. А в царстве они каждый уже в принципе себе забронировали места. Потому что кто-то договорился справа, слева, ну, по крайней мере, попытались договориться. А кто-то был камнем, уже основанием, и тоже как бы внутренне чувствовал, что все, что он там оставил и посеял материальное, тут-то я в царстве уже буду не последний человек. И это было в понедельник. И понедельник был очень неплохим для них днем. А в четверг все рухнуло. В четверг рухнуло все. Понимаете, от слова «абсолютно все». Все, о чем они мечтали, о их коронах, о их сиденьях, о тронах, все рухнуло в четверг. С четверга на пятницу. А в пятницу был крест, где их опасения подтвердились полностью, потому что они еще мечтали, что все-таки сейчас и разрулится. А в субботу они даже боялись выйти на улицу, так, на секундочку. У креста вообще их не было. Никого, кроме одного ученика. А все остальные уже по домам, потому что страшно, потому что все разрушилось. Но что-то произошло спустя очень маленький промежуток времени, когда из этих запуганных, потерявших все, полностью все, лишившихся людей, что-то произошло. А произошло всего-навсего воскресение. То, что наполнило их жизнь с новым смыслом. Все то умерло на кресте. Все мечты, все человеческие плотские надежды, они умерли на кресте. И после воскресения, которое даровало им силу, они смогли встать и пойти, и их планы реализовались. Их планы реализовались. Самое, что интересное – они начали путешествовать в такие места, о которых не могли мечтать. Их принимали в таких домах, о которых они не могли мечтать. Их принимали императоры и цари. Все совершилось, но после смерти и воскресения. Вы знаете, Господь очень хочет, чтобы наше плотское взгляд на материальный мир, он однажды умер. Я знаю, что вы приготовили сегодня свою жертву, возможно, даже праздничная жертва. Но в глубине души у каждого из вас есть надежды. Я, ты, и все у нас будет хорошо. Но Господь хочет дать больше вот Он хочет дать вам большее. Он хочет наполнить вас силой обладать всем. Всем, потому что Он владеет всем. И Он хочет поделиться этим с вами. Потому что произошло воскресение, которое несет в себе изначально силу,
силу безграничную. И она может быть у вас, в том числе и в этом материальном мире. Ты мечтал о маленьком домике 2 на 3. А Господь сказал: я дам тебе огромный дом для того, чтобы там собирались и проводили собрания во имя Мое. Ты будешь обладать этим дворцом. Ты хотел купить себе Запорожец 363 или 662, я не помню, ушастый какой был. А Господь сказал: я тебе дам другую машину, огромный микроавтобус, для того, чтобы ты ездил, возил Евангелие и возил людей на собрания. Это больше, чем ушастый Запорожец. Но только тебе нужно научиться отдавать свои плотские мысли Мне, чтобы они там умерли. И тогда я тебе дам силу воскреснуть с Его, с Божьими возможностями. И давайте сейчас встанем, и то, что вы принесли, я хочу, чтобы мы это посвятили Богу. Я хочу, чтобы мы это посвятили семя, которое, упав, умрет наконец. И тогда оно воскреснет силой Божьей. И оно подымется в ваших жизнях силой Божьей. Это не сказки. У меня это было в жизни. И я живу так, что что-то должно умереть, чтобы что-то воскресло. Господь, во имя Иисуса Христа, ты видишь эти семена, которые принесли люди в дом твой. И я прошу тебя, презри на эти семена, Господь. Каждый пришел со своими вопросами и проблемами, Господь. У каждого есть свои внутренние бои и битвы, Господь. И там, где мы еще сражаемся по человеческой силе, Господь. Но я прошу, пускай эти зерна упадут, умрут, и ты дай им силу воскреснуть, твоей силой воскресения, Господь, во имя Иисуса Христа. И пускай эти семена, Господь, принесут во 100 крат в жизнь людей, не для того, чтобы им обогатиться, Господь, но чтобы явить им, Господь, для окружающего мира Твое имя через то, что дальше эти семена будут пущены по водам во имя Иисуса Христа. Аминь. Где Дух Господень, там свобода. Где присутствие Твое, там чудеса. Мы будем славить имя Бога, превозносить, Господь, Тебя. Своим присутствием наполни. Пусть будут чистыми сердца. О, Дух Святой, дай свободу. Открой над нами небеса. Это место Божьей славы. Это место Божьей славы. Это место Божьей славы. От присутствия Твоего, от присутствия Твоего. Господень, там свобода. Где присутствие Твое, там чудеса. Мы будем славить имя Бога, превозносить, Господь, Тебя. Своим присутствием наполни. Пусть будут чистыми сердца. О, Дух Святой, дай свободу. Открой над нами небеса. Это место Божье.
место Божьей славы. Это место Божьей славы. Это место Божьей славы. Это место Божьей славы. От присутствия Твоего, от присутствия Твоего, от присутствия Твоего, от присутствия Твоего. Возможно с тобой. Все возможно, все возможно всем, кто верит в любовь. Все возможно с Богом. Все возможно, все возможно. Все возможно, все возможно тем, кто верит в любовь. Это место Божьих чудес. Это место Божьих чудес. Это место Божьих чудес. Иисус, ты здесь, ты творец чудес. Это место Божьих чудес. Это место Божьих чудес. Это место чудес. Иисус, ты здесь, ты творец чудес. Иисус, ты здесь, Иисус, ты здесь, ты творец чудес. Скажи, Иисус, ты здесь, Иисус, ты здесь, ты творец чудес. Иисус, ты здесь, ты творец чудес. Здесь и мы тебя прославляем. Иисус, ты здесь, и мы тебе поклоняемся. Иисус, ты здесь, и мы отдаем тебе честь и славу. И сейчас буквально несколько фраз от каждого человека по одной фразе, что такое Пасха для нас. Пасха – это власть и силу, которую дал нам Иисус, чтобы творить Его дела на земле. Друзья, Иисус как-то сказал: приготовьте мне Пасху. Что же такое Пасха в нашем понимании? Это очищение. В Коринфянах написано: очисти себя от закваски. И народ, когда готовился к празднику, они осматривали свои дома. Закваска – это грех. И Господь сегодня призывает, чтобы мы очистили себя от всякого греха, чтобы мы были чисты, чтобы Пасха наша Христос. Пасха – это вечное искупление любовью. Пасха – это триумфальное шествие, это всепобеждающее, жизнеутверждающее, сила и слава Божия. Пасха – это выход из греха рабства в свободу.
Пасха – это открытые двери спасения для каждого человека. Пасха – это победа над смертью и путь домой. Пасха. Пасха – Христос, закланный за нас. Пасха – это жизнь в полной победе. Пасха – это торжество жизни. Пасха – это очищение от грехов. Пасха – это доступ во святилище. Аминь. И все вместе мы сейчас говорим, друзья, поднимитесь, мы вместе скажем с нашим городом, с нашей страной, с нашими родными и близкими людьми. Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Богу за Его воскресение! Спасибо! Господь, я благословляю сейчас каждое сердце на открытые возможности неба для наших сердец, чтобы туда пришла Твоя полная победа, полный результат и доступ к наследству. Я благодарю Тебя, что мы здесь для того, чтобы сказать Тебе своей любви. Мы здесь для того, чтобы принять Твое Слово. Мы здесь для того, чтобы нести его дальше. Мы здесь для того, чтобы сказать Тебе о наших заветных отношениях, что они утверждены однажды и навсегда. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя за Твой прорыв, которым когда-то Ты пришел в нашу жизнь. А сейчас нам необходимо, чтобы этот прорыв расширился, чтобы возможности неба к нам сейчас постучались. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты хочешь, чтобы наши мысли были расширены, чтобы наше сознание было готово. И потому мы говорим, это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда. Навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, друзья, в Божьем присутствии. И сегодня я скорее буду говорить, может быть, не проповедь, а некоторый такой экскурс по жизни Иисуса Христа. И некоторые только мысли хочу здесь оставить для нашего размышления. Друзья мои, если мы знаем, что такое Пасха, для нас, наверное, далеко не всегда переводится смысл этого слова таким, как он был от начала. Потому что Пасха – это выход. Кому в жизни нужен выход? Я думаю, всем, кто сюда вошел, нам надо еще отсюда выйти. Но мы еще оказываемся в разных ситуациях своей жизни, нам тоже там надо иметь выход. И мы здесь не оказались, если бы раньше мы не нашли выход. Выход, который Бог для нас предназначил. И поэтому я хочу сегодня поговорить о Пасхе через эту призму. Потому что выход невозможно принять без ведения. Ведение – это то, что нам приходит раньше, когда мы начинаем понимать, а кто мне открыл дверь, кто мне туда позволил войти. У меня к вам, друзья, вопрос. Почему Иоанна, который жил в это же самое время, при той же системе ценностей, при той же системе наказаний, а ему отсекли голову? Они распяли его на кресте. Завет менялся. Он был последний из пророков, последний из представителей Ветхого Завета. И теперь приходила новая глава, приходило новое понимание смысла жизни и, соответственно, выхода. И поэтому ведение, которое приходило, оно теперь приходило от новой главы. И вот это ведение, которое дает нам возможность увидеть выход. Но выход – это еще не все, что сокрыто в Пасхе. Кто из вас знает, то от начала Египет – это когда выходил народ израильский оттуда, вот где родилась Пасха. Вот там надо было оказаться под защитой, потому что там еще это слово означало
пройти мимо. Пройти мимо и не поразить мечом. Пройти мимо и остаться живыми тогда, когда все сотрясалось. А я думаю, что вы понимаете, мы живем в тот период времени, когда казни египетские были прообразом того, что будет потрясению последних времен. И, соответственно, для того, чтобы выжить, нам надо, чтобы мимо нас что-то прошло. Мимо нас, чтобы не коснулось. Не коснулось то, что тогда уничтожило цивилизацию Египта. Ведь Египет был на тот момент настолько могущественным, настолько величественным, что тогда казалось нереально даже большой группе рабов выйти из этой страны, выйти из этого состояние народа, который там, в общем-то, не умел ни воевать, ни занимался никакими науками, и как им выйти, как оказаться на свободе. Поэтому Господь начал потрясать цивилизацию Египта. Я думаю, что на сегодняшний день страны, которые нас окружают, люди, которые живут в наше время, да, не прикасаясь к этой теме в пасхальное время, думают, ну, наверное, что-то когда-то было, но серьезно не воспринимают для себя это послание, что Христос, Он на самом деле воскрес. А раз воскрес, то мимо меня пройдет ангел-губитель, если я встаю на сторону того воскресшего Христа. Если же нет, то они тоже придут. Придут те посланники, которые будут потрясать землю. Но останется ли цивилизация в том виде, в котором она есть? Конечно, нет, потому что на сегодняшний день мы говорим о Пасхе как о возможности окунуться вот в это содержание Божьей информации, Божьего ведения. Итак, друзья, когда мы знаем, что есть выход, и есть тот, кто пройдет по земле, но пройдет мимо нас, не коснется нас, потому что кровь Христа на нас, потому что печать Божьего благоволения на нас. И тогда, когда мы имеем это ведение, то мы остаемся защищенными, и, соответственно, после выхода у нас еще есть выбор. Выбор, который мы принимаем для того, чтобы его сделать. Я думаю, что вы знаете, какой выбор был сделан Адамом в Едеме. Вы знаете тот выбор, который сделали люди у креста. А что там был за выбор? Выбор между Вараввой и Христом. Я думаю, что вы тоже знаете, что Варавва – это не имя. Кто знает, что Варавва – это не имя? Это всего лишь название или, так скажем, сын отца, потому что Вар – это сын, Авва – отец. И вот это слово означало «сын какого-то отца», Варавва. А почему его не называют по имени? Потому что у него имя было Иисус. Его тоже звали Иисус. Но для того, чтобы не путать, говорили «Иисус, сын Аввы, Варавва». И в конечном итоге, когда поставили перед людьми двух Иисусов и сказали «выбирайте», это спасение в виде разбоя, спасение в виде насилия, которое олицетворял Варавва, и спасение через любовь, которое олицетворял Иисус. Спасение через прощение, которое олицетворял Иисус. Люди посмотрели и сделали выбор. Любить до смерти, прощать – это не для нас. Мы выбираем силу, как им казалось сила. И в результате, сделав такой выбор, оказались заложниками вот этой лжи, потому что в зле и в насилии выхода нет. Эта видимость, которая на какой-то момент покажется выходом, на самом деле через насилие умножается насилие, через зло умножается зло. Потому что все, что имеет соприкосновение, оно умножается. И, соответственно, если приходит свет, то он тьму прогоняет. Если приходит любовь, то он смягчает сердце. Но если приходит зло на зло, то геометрическая прогрессия вырастает. И что мы имеем по этим двум выборам, которые человечество сделало? В Едеме, сделав однажды, поверив лжи, мы хотим быть как боги, но без Бога. И это превратило людей в полностью потеряв взаимоотношения с небом, потеряв взаимоотношения с Богом, а теперь Богу надо было возвращать свое потомство, возвращать своих детей вот такой колоссальной ценой. Но опять перед выбором на Голгофе стоят люди, стоит толпа и говорит, кого вам отпустить? И они кричат, Варавву. Друзья, третий шанс, и он последний, дается человечеству. Кого выбрать сегодня? Если этот выбор не сделать в пользу Иисуса, то тогда уже вечность не будет обеспечена. Тогда уже конец и до конца, если так можно сказать. Потому что вечность, она не может быть обеспечена человеческим ресурсом. У нас с вами этого ресурса
нет. Потому что мы сами были проданы греху однажды. И сегодня Иисус говорит: «Я знаю, что без меня ты не можешь». Но тогда, когда Он оказался там, на Голгофском кресте, и рядом два разбойника, они тоже кого-то и чего-то олицетворяют. Один разбойник олицетворял вчера, а другой завтра. Это два разбойника, которые идут рядом с нами сегодня, друзья, которые по времени говорят: ну, успею, еще завтра успею сделать выбор. Или то, что у меня случилось тогда уже, что с этим делать, я не знаю. Как с этим разобраться, не знаю. Друзья, когда мы не разбираемся со своим прошлым, мы не имеем будущего, мы не имеем настоящего. Настоящее становится заложником прошлого, а будущее перекрывается. Поэтому так важно с прошлым уметь разбираться. И вот эти два разбойника. Один говорит: просто спаси себя и нас, если ты Сын Божий, потому что он видит, реально видит эту проблему, что у него нет выхода из-за его прошлого. А другой говорит: помяни меня, Господи. Вот все-таки какая-то вера затеплилась в нем. Помяни меня, когда будешь в Царстве Твоем. И в этот момент Иисус говорит: ныне, ныне же будешь со мной в раю. У него нет вчера и завтра, у него всегда ныне, потому что в нем открылся сущий. А сущий – это тот, который тебе нужен прямо сейчас. И на Голгофе вот этот сущий вдруг его оставляет на какое-то время, и он кричит: «Или-или, лама савахвани, зачем, Боже, ты-то меня оставил?» Люди оставили, да, учеников совсем немного здесь рядом со мной. Один Иоанн, кто-то еще может где-то по сторонам поглядывать, Марии пришли, да, но ты-то зачем меня оставил? Бог не мог быть проклятым. А вы знаете, что интересно? Что Иисусу надо было пройти Голгофу как человеку. И вот здесь очень важная мысль о том, что он говорил: если я прошел как человек это, и ты пройдешь. Любые обстоятельства. Потому что без смерти нет воскресения. Без цены нет воздаяния. И потому цена, которую я полагаю за вас, и у вас получится на ваш уровень веры, получить или положить эту цену передо мной. И вот он остается один. А почему его оставил отец? Что произошло? Грех, проклятие, беззаконие, болезни, ложь, депрессия, отверженность. Это все, что легло на Иисуса. Господь не может быть проклятым, Он не может быть больным, Он не может быть в беззакониях, и потому Он его оставляет, чтобы это беззаконие мира легло на Него. И в этот момент от обезображенности Иисуса солнце померкло. Друзья, это удивительно, но на самом деле, как рассматривают многие раввины, что солнце, оно устыдилось того, что сделало человечество с тем, кто был праведник. С тем, на кого все небо смотрело сейчас. И ангелы были сдержаны, чтобы сейчас не сделать то, что они могли сделать. Раскидать в одно мгновение этих людей или людишек, которые там собрались. Но они были сдержаны небом, потому что сам Отец держал себя в определенный уровень терпения вводя, чтобы не совершить сейчас разрушение человечества. Именно в этот момент, когда все легло на Иисуса, вдруг раздался крик в толпе: «Сойди со креста!» Чей это крик? Как вы думаете, кто кричал? Дьявол. Вдруг до него дошло, что произошло. Он до сих пор радовался, что он поселился в человека. Он был без тела, он был без материальной составляющей. А тут в Адаме он уже столько лет ходит, он уже столько лет творит беззаконие, он уже стольких людей погубил, он уже стольких людей совратил, и у него это получалось. Даже до потопа довел, даже до огня довел, что там Содом и Гоморра сгорело. И вот теперь он радуется, что он... И умножается людей, и умножаются у него возможности. Он в каждого входит, он с каждым сейчас уже имеет какие-то отношения. И вдруг со всех людей грех, беззаконие, проклятие собираются и на Голгофу, на Христа. А он теряет свои дома, он теряет свои площадки. И тут, когда он стал это видеть, он закричал: «Сойди со креста!» Поздно. Не рассчитал. Не понял. Он его гнал всю жизнь туда, на крест, а тут не догадался. Да, потому что он не всемогущий. Да, потому что он не вездесущий. Да, потому что он не творческий. И потому он не смог этот
план неба разгадать. Но мало того, что беззаконие всего мира легло на него, а теперь еще он сошел со креста. Да, сначала его сняли, как тело, но духа его уже там не было. Он отправился, как любой грешник, потому что он был наполнен, или легли на него грехи, опустился в ад. Но вошел он туда не как грешник, а вошел он туда как победитель, чтобы подойти и забрать. Забрать ключи ада, забрать ключи смерти, забрать ключи безысходности, забрать ключи болезней, забрать ключи лжи, и он это сделал. Он забрал ключи от квартиры сатаны. Друзья мои, это удивительно, что сделал Иисус, опускаясь в ад. Он вошел туда, и те люди, которые погибли во время потопа, те люди, которые были сожжены во время Содома и Гоморра, у них появился шанс уверовать во Христа там, в преисподней, единственный раз во вселенной за все времена. Этот шанс был дан людям, которые погибли до потопа, вернее, до закона, которые погибли и не знали, как жить, потому что справедливость Божья и здесь восторжествовала. И он дал им шанс. Я не думаю, что хотя бы кто-то, находящийся в аду, не поверил Христу. Уже там 100% покаяние ада. Удивительно, друзья, но был такой момент, когда в аду все покаялись. Это был момент воскресения Христа. И на сегодняшний день мы с вами живем в такой момент, когда Господь говорит: «А знаешь ли ты силу моего воскресения?» Если мы верим в то, что делал Иисус, если мы верим в то, во что Он говорил, чему учил, этого мало, друзья. Важно верить в воскресение. И сейчас прочту несколько мест, которые об этом говорят. Первое послание Коринфянам. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Даже несмотря на то, что Он учил удивительным вещам, Он говорил к сердцу людей, а не к разуму. Он их выводил на личную ответственность и личную деятельность. Если до этого философы все говорили: «Ты не делай того другому, что себе не хочешь», а Иисус говорил, чтобы делать другим то, что хочешь себе. Поступай так, как действуй, будь активен, будь в этой позиции, а не просто ничего не делай, не просто стой в стороне. Он менял суть вещей, он вкладывал в мышление человека личную ответственность, а говорил к сердцу каждого, говорил лично каждому, независимо от его позиции, его положения. Он разговаривал с каждым, глядя ему в глаза. Он говорил: «Ты надобен Господу». Он приходил к этой женщине, он садился у колодца, он говорил: «Дай мне пить». Он разговаривал с ней на ее языке, и тогда, когда она говорит: «А чем тебе почерпнуть нечем? И колодец глубок, а ты говоришь, что у тебя есть вода живая?» Он говорит: «Да, я вода живая». И посмотрите, кем он себя называл. Живая вода. Он говорил, что «Я хлеб, шедший с небес». Он говорил: «Я свет во тьме». Он говорил о том, что он является воскресением и жизнью. Если верующий в меня не умрет, то, умерев, оживет. Он говорит о своих перспективах. «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь, я есть истинная виноградная лоза, отец мой винограды». А теперь представьте на мгновение все, что я перечислила. И оно умерло и не воскресло. Как жить после этого? Без пути, без хлеба, без воды, без сока, без жизни вообще. Как жить? Поэтому если нет воскресения, то нет никакой надежды. Но когда есть воскресение, у нас с вами есть не просто перспектива, а есть понимание сути вещей. Итак, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Так во что, друзья, мы должны веровать сердцем? Еще раз внимание. Это знакомое место, не совсем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вот, оказывается, во что нам нужно верить. Не просто, что Иисус как историческая личность был. В свое время, в период советского времени, мне пришлось читать одну
работу. Работу некого академика Белецкого, который написал тогда для ЦК партии. Он исследовал этот вопрос. И когда он его исследовал, по их заданию ему надо было дать информацию об историческом Христе. На самом ли деле был такой человек? Потому что атеистическая литература, она была специально построена так, что даже такого, в общем, все насмешки были собраны и так далее. Что такого и не было, это просто один из мифов, одна из легенд. И он там описывает исторические данные, и причем настолько подробно, настолько детально, опираясь на Иосифа Флавия, на того, который жил в то время. И он описывает это и говорит, на самом деле, этот человек не только жил, но он воскрес. И когда он воскрес, свидетельством было то, что Пилат для себя и для всех окружающих сказал, если этот праведник воскреснет, то я запрещу печатать мое изображение на динарии, на монетах. Потому что это была честь, оказанная кесарем, чтобы имя Пилата увековечить на монетах. И он сказал, если вдруг что-то произойдет не так, как я рассчитываю, и на самом деле он воскреснет, то я откажусь от этого. И вышли монеты. И на одной была надпись в стороне, а на другой было пусто, что вообще нетипично для этого времени. Таким образом, Пилат сдержал свое слово. Но что произошло, друзья? Удивительно. Но кто был свидетелем воскресения Христа? Свидетелем. Они были свидетелем воскресения Лазаря, они были свидетелем хождения по воде, они были свидетелем, как он накормил рыбами и хлебами, и сами даже в этом участвовали, они были свидетелем того, как он исцелял прокаженных. А кто был свидетелем, что он воскрес? Только стражники и те, они были как мертвые. Даже, скорее всего, они и не видели, как это было. Были ослеплены, упали, потому что камень отвалился, и все. Поэтому свидетелей, в общем-то, можно сказать, не было. Но, посмотрите, что говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Когда мы читаем с самого начала 15 главу. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если проповеданное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали, ибо я первоначально передал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили, а потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу». Вот я хочу сейчас сказать, друзья, посмотрите, каким образом они становились свидетелями его воскресения. Не в момент, как это произошло, а уже когда он сам к ним пришел, когда он сам с ними начал разговаривать. Вот почему так важно, чтобы не только апостолом явился Иисус, чтобы он в жизни каждого из нас был проявлен. Потому что апостол Павел не ходил с учениками, но он говорит, и мне, некому извергу, он явился, и я с ним встретился. Вы знаете, друзья, когда я вспоминаю встречу с Иисусом, на самом деле, если эта встреча есть, она меняет на 100% личность человека. Она меняет наш ракурс, она меняет наши ценности, она меняет нашу жизнь. И если на сегодняшний день ты веришь в исторического Христа, если ты веришь, потому что рядом с тобой родители, если ты веришь, потому что рядом с тобой уважаемые люди, то ты скажи, Господи, как ты некогда Павлу явился, явись мне, чтобы моя жизнь кардинально стала новой. Потому что мы можем всегда с ним встречаться, как с воскресшим. И в этом-то удивительность и есть, что если ты с ним встретился, ты не останешься прежним. И если какие-то ситуации в твоей жизни сегодня еще не решены, то ты просто скажи, Иисус, я вот с таким с тобой еще не встречался. Потому что в жизни Иисуса были открыты все имена Бога. Потому что Он, сущий в нетре, Отчим явил Его. И Он явил Его до конца. Он, полнота Божества телесно открылась в Нем. И поэтому, если у тебя есть какая-то ситуация нерешенная, ты просто пойми, какое имя Бога тебе нужно в этой ситуации. И скажи, Иисус, Ты воскресший. Я верю в Тебя, как воскресшего. Поэтому мне необходимо здесь, именно на этом месте, Твое вмешательство, чтобы Ты пришел сюда и влил в меня Твой поток энергии жизни. Потому что если что-то умерло и не воскресло, то Он готов это оживить. Если это мечта, Он оживит мечту. Итак, с 42 стиха этой же главы. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает
в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живую, живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Посмотрите, Христос – это дух животворящий. Это не просто тело, это дух животворящий. Но после воскресения он получил новое тело. Итак, почему нам важно верить в жертву Христа и в его воскресение? Потому что настанет момент, когда зазвучит труба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Но те, которые живы, они изменятся, они преобразятся. И вы знаете, как сейчас я читала то, что апостол Павел говорит. По Писанию он умер, по Писанию он воскрес, и по Писанию он грядет. Вот во что мы верим сегодня. По Писанию он грядет, друзья. А раз он грядет, то нам надо быть готовыми к этой встрече. И потому то, что в твоей жизни сеялось в тление, да восстанет оно в нетление. Сеялось в уничижение, да восстанет оно в славе. Обрати внимание, что в твоей жизни было унижено. И если ты найдешь такие сферы твоей жизни, в детстве, в юности, сейчас, что в твоей жизни было унижено, для того, чтобы оно теперь воскресло, но в славе Божьей, воскресло, но в его великолепии, воскресло в твоем призвании, потому что если оно было унижено, для того, чтобы ты вошел в свое призвание, так как дьявол знал, что если это сияло в твоей судьбе, он и захотел это унизить, но если ты сегодня говоришь: Господь, ты воскрес, чтобы все униженное в моей жизни восстало в сиянии твоей славы, и поэтому я не останусь прежним. Я теперь не буду обижаться, что меня кто-то когда-то не понимал, что меня кто-то когда-то унижал, а я встану на это слово, что все униженное, оно восстает в силе. И поэтому моя жизнь, она восстает теперь в великолепии. Она восстает в той краске и в той красоте, в которой еще ее никто не видел. И это, друзья, от нас с вами зависит, потому что Христос, Он когда был на кресте и остался один, Он мог сказать слова. И, скорее всего, в его духе эти слова звучали. «Ты не оставишь, ты не дашь святому твоему увидеть тление, ты не оставишь души моей в аде». Он знал обещание неба. Знаешь ли ты то обещание, которое тебя воскресит в последний день? Знаешь ли те обещания, которые Христос сказал: «Живу я, и вы будете жить»? Когда Он сказал, что если верующий в Меня умрет, то он все равно оживет. А если Я воскрес, то и вы воскреснете. И если вы воскреснете, то уже сейчас живите, как имеющие это воскресение жизни вечной. Итак, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Мне пришлось слышать свидетельство одного моего знакомого, очень давно я с ним не виделась, большой был перерыв, он переехал в другую страну жить, и вот он рассказывал мне одни свои истории жизни потрясающие, которыми Бог его наградил, можно сказать, чудом, чудным образом, как он воевал с людьми из нечистого мира и побеждал нечистый дух, стоящий за ними. Но однажды он говорит: пришла смерть ко мне. И пришла, говорит, по ступенькам в мой дом, когда никого не было, я вдруг услышал, как кто-то поднимается. Я сначала был в недоумении, кто это может быть, потому что жена только что уехала, увезла детей в школу, и я, в общем-то, никого не ожидал видеть. И вдруг я услышал, как открылся гараж, как кто-то прошел по лестнице наверх. Я выхожу, и вдруг передо мной стоит смерть. Капюшон, с пустым лицом, там ничего нет, с косой. И вот это смотрит на меня. Я говорю: ты что, пришла? Она говорит, стоит и смотрит. Я говорю: Христос мне пообещал, что я буду жить и жить с избытком. Уходи отсюда. И я еще половины жизни своей не прожил, которую мне Бог обещал через пророков. Поэтому убирайся вон. Она скатилась с лестницы, и не осталось и следа.
Почему? Потому что смерть побеждена, друзья. И раньше времени наша жизнь, она не будет прервана. Нам надо совершить свое поприще. И нам нечего бояться, когда мы верим в воскресение. Друзья, самая большая проблема в человечестве – это страх перед смертью. Но на самом деле, когда мы ее не боимся, то мы не боимся не просто бахвальством, а мы не боимся потому, что она над нами не имеет власти. Мы имеем уже жизнь вечную, и она просто переход для нас, потому что Иисус для нас уже открыл дверь. Итак, друзья, сначала мы имеем ведение, потом мы имеем выбор, потом мы имеем выход, а после выхода мы имеем воскресение, а после воскресения мы имеем вознесение. И все это во Христе Иисусе нам дано. И потому я радуюсь вместе с вами, друзья, что Иисус воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! И нам того же. И нас это действительно ожидает. Воскресший Христос, давайте поднимемся. Он говорит: живу я, и вы будете жить, значит, нас ожидает воскресение. Нас ожидает воскресение. И мы верим не просто, что Христос был на земле. Мы верим не просто в Его доброе, прекрасное учение. Мы верим не просто, что Он воскрес, и что Он был распят, а что мы воскреснем с Ним. И что это время приближается. И потому, какие, друзья, проблемы вас сегодня окружают, поставьте рядом с весами, а я воскресну. Поставьте с весами, а я вознесусь. И сразу все меркнет, все становится мелким, все становится малым по сравнению с такими высокими возможностями, которые Господь сделал нас как наследниками, как тех, кого Он уже посадил на небесах через свое воскресение. Слава Тебе, Господь, что Ты воскрес. Слава Тебе, Иисус, что и мы воскресли. Слава Тебе, что Твоя позиция веры, позиция власти, которая вывела Тебя из ада, провела через смерть, забрал ключи ада, забрал ключи смерти. И говоришь: а теперь берите ключи, идите вместе и насаждайте церкви, насаждайте Мое царство, распространяйте Мою жизнь, ибо избыток Мой вам принадлежит. Я благодарю Тебя, Господь, что мы сонаследники. Мы сонаследники с Иисусом Христом. Мы сонаследники с Тобой. Я благодарна Тебе за то, что наша мечта, она сегодня может воскреснуть. Я хочу Тебя особым образом сейчас поблагодарить вместе с Твоим народом за все, что в моей жизни и в жизни каждого из присутствующих людей когда-то было унижено. Господь, я благодарю Тебя, что сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Там, где мы были слабые, там, где мы были немощные, там восстает Твоя победа, там восстает Твоя слава, там восстает Твоя жизнь для нас, Господи. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что в уповании на Тебя мы стоим ныне. И мы от воскресшего берем сегодня надежду. На все мечты народа я сейчас призываю Твое воскресение. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что Ты когда-то умер, но не остался в гробе. Даже тогда, когда разбежались все ученики, даже тогда, когда Мария, одна и вторая, пошли к гробу, они были в одиночестве и в печали. Но там их ожидала великая весть. Христос воскрес. Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Господь, я благодарю Тебя, что я могу сейчас сказать, там, где безысходность в человеческой массе, там, где безысходность в обществе, где смердит уже, но Ты говоришь: внесите меня туда, и все живет. Внесите мой факел туда, и тьма рассеется. Внесите туда живую воду, и мертвое воскреснет. Внесите туда мою победу, и всякая безысходность убежит. Господь, я благодарю Тебя, что Ты воскрес. И мы воскресли с Тобой. Мы воскресли с Тобой. Я благодарю Тебя, что это воскресение для нас сегодня, как упование славы. Это воскресение для нас сегодня, как возможность сказать Тебе: Господи, выход Твой мы выбираем.
Я прошу тебя, чтобы человечество третий раз не сделало неправильный выбор. Выбор, который надо сделать сегодня каждому человеку на этой планете Земля. Освети путь, открой глаза, возбуди жажду здравого смысла, освободи от страхов каждое сердце, освободи ноги от оков, Господь. И ты сейчас побуждаешь молиться за тех людей, кто находится сейчас в реанимации, за кого некому молиться, Господи. Если тогда в Иудее был закон, что на праздник Пасхи отпускался один преступник, то тем более сейчас мы можем заступиться за этих людей, Господи. И если они еще не покаялись, но их жизнь, она уже остается секунды, остаются минуты, то, Боже, мы сейчас заступаемся за них, как церковь первенцев. Мы заступаемся за них и говорим: прости грехи, Господи, да не уйдут они в этот праздник в ад, но да войдут они к Тебе по милости. Да будут они сейчас спасены, да будут вырваны их души не только в Петербурге. Я молюсь сейчас за все города России, я молюсь за все морги России, я молюсь сейчас за все реанимации России. Я взываю сейчас к Тебе о людях, которые при переходе в данный момент. Господь, спаси, спаси, спаси этих людей ради себя самого. Спаси, потому что церковь Твоя возвышает голос свой и говорит: мы верим в вознесение, мы верим в воскресение. И Ты сказал: кому простите грехи, тому простятся. И мы сейчас заступаемся за жителей России и говорим: прощение вам от воскресшего Христа. Прощение и прозрение. О, Господь, дай родиться народом за один день, за день Твоего воскресения. Россия, восстань! Восстань! Восстань из пепла! Восстань из праха! Восстань, Россия, из неверия и невежества! Восстань из религии! Восстань из традиций! Восстань из всякой безысходности! Восстань из тупиков Твоих! Восстань из кризисов Твоих! Восстань, страна! Повернись к Богу Твоему! В лице Иисуса, который выкупил тебя целиком, вместе с полями твоими, вместе с твоими дорогами, вместе с твоими лесами, вместе с твоей историей, Иисус искупил тебя. Поэтому приди к Нему и склонись. Склонись, страна, ибо Христос воскрес. Ибо Христос воскрес. Ты не останься в смерти, страна наша. Не останься в муках безысходности. Господь, мы молимся к Тебе сейчас о стране нашей, чтобы мир был сохранен для нее, чтобы она не оказалась участником Третьей мировой войны. Боже, защити нашу страну, Боже мой, мы молимся к Тебе сейчас о финише этой страны. Мы благословляем Тебя, Россия, в день Пасхи. Мы благословляем Тебя войти под покров всемогущего Бога. Мы благословляем Тебя возжаждать личных отношений с Иисусом. Господь, я благодарю Тебя, что мы сегодня голос, который слышен на высоте небес. Мы сегодня голос, который возвышается над обстоятельствами. Город, голос, который возвышается над аргументами врага. И мы говорим: аргументы аннулированы. Аргументы аннулированы, потому что есть ходатайственный голос святых, потому что есть ходатайственный голос Божьей Церкви. Господь, слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Я благодарю Тебя, что мы как церковь сегодня, у которой в этом городе есть столетний период. Друзья, нам сегодня 101 год как церкви. Слава Тебе, Господь, что когда-то Ты о нас помыслил во благо, и мы в этом городе имеем наследство. Мы в этом городе имеем основания. Мы в этом городе имеем перспективы. Мы в этом городе имеем гражданство. Слава Тебе за это, Господь. Слава Тебе за это, Господь, что у нас есть наследство предыдущих поколений. У нас есть наследство предыдущих столетий. У нас есть наследство в Иисусе Христе, и мы его принимаем. Иисус Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И мы воскреснем, друзья! Воистину воскреснем! Мы воскреснем живым Христом. Мы будем слышать эту трубу, которая звучит.
нас ничто не удержит. Я вас благословляю жить, как воскресших. Я благословляю вас жить, как победителей со Христом. И поэтому эта неделя для нас – это неделя с воскресшим, воскресших людей. Мы еще будем петь, а потом еще выслушаем объявления небольшие. Земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царствуешь вовек. О, ты царь. Ты царь, вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь. Царствуешь вовек. Ты царь наш Господь. Создатель всех миров, с первых дней назначил ты в твоей славе жить во мне. Ты сильней всех препятствий и проблем. Я живу, чтоб побеждать с тобою все. О, царь, ты царь. Вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царствуешь вовек. О, ты царь, ты царь, ты царь. Вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь. Царствуешь вовек. Вот и царь наш Бог. Все превыше. Ты создатель всех миров, с первых дней назначил ты твоей славе жить во мне. Ты сильней всех препятствий и проблем. Я живу, чтоб побеждать с тобою все. Ты царь. Земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царствуешь вовек. О, ты царь, ты царь. Вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Царствие Твое, Иисус мой Господь, да будет воля век Твоя, управляй мной, Господь, да будет Царствие Твое, Иисус мой Господь, да будет Царствие, да будет Царствие Твое, Иисус мой Господь, да будет воля век Твоя.
поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царствуешь вовек. Ты наш царь, Господь. Ты царь, вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царствуешь вовек. Вот и царь наш Господь, слава тебе, воскресший, слава тебе, избавитель, слава тебе, искупитель. О, Иисус, давайте все вместе еще раз, ты царь. Ты царь, вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царствуешь вовек. Ты царь, вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царствуешь вовек. Царь наш Господь, слава тебе, Иисус! Еще раз со светлым Христовым воскресением вас! Христос воскрес для нас, и Его любовь, она с нами. Христос – это есть любовь. И вот эта воскресшая любовь, я эту картину написала, переживая Его любовь. Кто не переживал любви в детстве, может быть, кто переживал какую-то отверженность, кто не переживал здравого отцовства, пусть он переживет это отцовство сейчас в любви Иисуса Христа. Любовь Христа, она в нас. И пусть эта любовь, она исцеляет сердца, исцеляет отверженность, исцеляет одиночество, какое-то недостоинство, потому что во Христе мы можем быть простыми, как дети, нуждаться в Нем и переживать с Ним вот эти моменты детства, моменты любви. Здесь изображено, что Иисус держит мальчика на плечах, и они бегут в радости и в свете. И вот эта картина, она призвана высвобождать отцовство в нашей жизни. Я благословляю вас этим, и вы можете на сайте потом видеть эту картину, копировать себе и благословляться этим. И вторую картину я написала на ночной. Она о Пасхе, здесь Голгофа, открытая гробница, воскресение. И вот это путь, который открыл нам Иисус. Путь крови, кровь Иисуса, она ведет нас в небеса. И эта картина о том, что никакая вина, она не может нас оставить. Сила, воскресившая Христа из мертвых, она воскресила каждого из нас. И пусть никакая вина никогда никого не оставит где-то в гробнице забвения. Пусть никакой грех и никакая вина никогда не будут нас запинать. И вот эта картина, она призвана напоминать о том, что мы искуплены этой кровью, и кровь ведет нас в небеса. Я хочу подарить эту картину Саше Баданину. Сашенька, можно тебя сюда? Это для тебя, для твоей семьи, что вы идете путем живым к Господу, и вы искуплены навсегда, вовеки, от всякой вины и всякого греха. Благословляю тебя. Я не знаю, кто что видит на этой картине. Мне уже несколько интерпретаций сказали,
Но основная мысль ее была о том, что Христос сделал для нас на кресте, чтобы мы могли пережить по-новому крест, чтобы мы могли пережить по-новому, что значит вот эта вот жертва, которую Христос совершил, что это для нас, чтобы полноту мы могли иметь. И мы все втроем, мы втроем рисовали картины на ночной, и тема была «Крови Христа». Вот чтобы эту силу я хочу высвободить сейчас, чтобы для каждого из вас могла по-новому прийти эта сила. Сила крови Христа. Ваша ДНК, ваши семьи, ваши рода, ваши дома. И здесь также нарисована, да, лестница через крест, как проход к свету, чтобы свет также мог зажечься. Я хочу подарить эту картину Леночке. Ее, к сожалению, нет здесь. Она с детьми там занимается. Но благословляю. И слово, которое я к ней получила, это из 11 главы Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Благословляю всех нас, чтобы мы несли только Его бремя, иго, потому что оно только легко. Чтобы мы от всякого чуждого и ярма, и иго, и бремени были свободны. С праздником вас! Добрый день. Тут, наверное, будет очень плохо видно, потому что тут много мелких деталей. Это разорванная ткань. Внутри нее свет проходит. И сверху она сшивается кровью Иисуса. Когда я спросила у Бога, что это за ткань, Он сказал, что это мантия смирения. И тот разрыв, который произошел в смирении, Он восстанавливает его и дает этот дар, как подарок, это смирение, с помощью которого мы будем дальше возвышаться в Его Царстве и приносить его здесь на землю. И я хочу эту картину подарить Тане Крыловой. Я не знаю, не вижу ее. Ну, видела, но не знаю, здесь ли она сейчас. Вот, не вижу. Но тогда попозже. Может, если она здесь. Вот. И благословляет также нас всех, чтобы мы оставляли все свои ошибки, принимали свет исцеляющий и ценили кровь Иисуса. Дорогая церковь, я во время этого служения видела картину по поводу молодежи. Я видела обрыв, и многие молодые люди сейчас стояли возле обрыва и прямо заглядывали в эту пропасть вниз. И я видела нечистых духов, которые подталкивали их. Это был дух неуверенности и неполноценности. И я просто сейчас хочу пользоваться возможностью Пасхи, и хотела бы попросить вас встать, и мы просто сейчас выступим против этих духов и запретим им действовать. Сейчас во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за то, что сейчас эта церковь может выступить, Господь, против всякого врага. И Ты говоришь в Своем Слове, что если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты выступил, что Ты дышишь сейчас. Ты дышишь сейчас. Слава Тебе, Иисус, что отходит прямо сейчас молодежь от этого края пропасти. Прямо сейчас отходит во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы высвобождаем Твой свет сейчас в сердца. Мы берем молодежь в огненную защиту Твою, Господь. Стена пусть сейчас встанет вокруг молодежи. Господь, пусть поднимется стенорушитель. Слава Тебе, Иисус, что всякая стена рушится. Всякая стена рушится в их жизнях. Мы благодарим Тебя, Иисус, что молодежь неприкосновенна сейчас. И враг, который пытался подталкивать каким-то неправильным действием, у тебя совсем не стало оружия. У тебя нет подступов. Во имя Иисуса Христа мы запрещаем всякие подступы сейчас к молодежи и аннулируем всякие нечистые духовные каналы. Мы облекаем молодежь в защиту и одеваем в мантию смирения. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Господь, и принимаем
полную победу, Господь, полное вооружение, Господь, для молодежи и движение вперед. Господь, способность подняться с новой силой и пойти. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. С Божьим миром мы пойдем домой.